Доброго здоровья, уважаемые посетители моего канала. Я надеюсь, одного из лучших на тему оздоровления организма, здорового образа жизни. Потому что не понимает вообще большинство, что такое здоровый образ жизни. И тем не менее, у меня есть повод. Как-никак декабрь на дворе. Солнечная погода, мороз, воздух такой звонкий, прозрачный, тишина, никакого ветерка, видно далеко вокруг. Если выпал снежок, он скрипит. Великолепная картина. Итак, мой стишок на декабрь. Мороз и солнце, воздух звонок, и тишина кругом стоит. Скрипит снежок. Зима настала, декабрь об этом говорит. Ну, не дать не взять, но я просто, знаете, вот в восторге. Такие слова, такие фразы, такое вот, такая картина идет. Ну, просто, ха-ха. Да, с энергетическим посылом, естественно. Просто великолепно. Да. Вот что значит, когда человек полон здоровья, со всеми мелочами жизни как-то он утряс, они на него не так влияют, как раньше, и жить становится веселей, здоровей и интересней. Не подумайте, что я не жил в нищете. Все было, но тем не менее, шаг за шагом. И вот на 90, как хватил, а? Надо же, на 69-м году жизни, вот, радуюсь тому, что все-таки, благодаря собственным усилиям, уму, чего-то такого достиг, что самому себе нравишься. Это дорогого стоит. Есть особый день в году. Наступает в темноту. Новым годом он зовется. И для всех людей дается. Шелестят конфет обертки, там мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Ой, веселись, народ наступает новый год. Он что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебства мы жадно ждем, и почеканье бокалом ходит счастьем в каждый дом. Ой, веселись, народ, наступает новый год. Ой, о чем нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бокал скорей, загадай свое желание и под звон курорта пей. Веселись, народ, наступает новый год. Ой, что нам несет, он подарки раздает, радость и любовь несет, это новый год. Бам-бам-бам, 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 бам-бам-бам